Еще один очень важный момент. Вы этот альбом все можете приобрести сегодня абсолютно бесплатно. В перерыве или, может, после концерта. Так что такая история. Что ж, мы начинаем. Это будут два отделения. И в первом отделении три композиции, во втором две. И начнем с композиции Алексея Наржарова, нашего дорогого пианиста, которая называется «Displacements» — «Смещение».
Спасибо. Петр Далалай, ударный. Ударный, добродушный. Денис Шушков, контрабас. И автор этой композиции Алексей Лажаров. С этим альбомом связано много символичных вещей, о которых вы можете прочитать в аннотации, о которой мы так жарко спорили, и в итоге утвердили что-то такое среднее. Вот. Но тем не менее, очень много разных символичных совпадений по датам и каким-то событиям. И еще одна вещь очень интересная заключается в том, что все композиции названы во множественном числе. И следующее не исключение называется «Сферы».
композиция, которая называется «Танцы». Танцуют все. Thank you.
Пригласить на концерт, на два концерта, которые будут проходить здесь, в клубе Алексея Козлова, 14 и 15 октября на следующей неделе. Это будет фестиваль Leo Records. Будут замечательные музыканты, оркестры, и немецкие музыканты, и ансамбль Дмитрия Покровского, в общем. Прям насыщенный такой двухдневный фестиваль в клубе Козлова, 14-15. И приедет Лео Фегин, который будет показывать свой новый фильм. Итак, приходите, а мы с вами встретимся через 10 минут, а пока можно приобрести диски абсолютно бесплатно. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Алексей Наджаров. Денис Шушков. И Петр Талай. Последняя композиция нашего концерта называется «Грани». Thank you.
Спасибо. Алексей Наджаров. Денис Шушков. Петр Талалай. Квартет Крылов, Наджаров, Шушков, Талалай. Презентует альбом 16/7. Спасибо большое. Спасибо огромное. Альбом, который выпущен лейбл Fancy Music и, в частности, Сергеем Красиным. Вот он, Сереж, спасибо! Кто еще не приобрел его бесплатно, по-моему, еще остались какие-то диски. Может быть, так что... Спасибо большое, приходите на Leo Fest 14 и 15 января. Октября. Через неделю. Спасибо.